для тех, кто хочет делать какой-то стартап, мне кажется, Тверь – отличное место. А я Леонид Минзулов, основатель конструкторского бюро «Специальные машины», и я в проекте «Тверь Тим». Отец, он очень глубоко погружен в тему механообработки, оборудования, станков, и, наверное, это оттуда пошло увлечение с детства. Специальность как бы по умолчанию была сразу определена – металлообрабатывающие станки. Будущее время – это аддитивные технологии, 3D-печать, вот мы к этому готовимся. Мы научились быстро копировать, сканировать оборудование и быстро его воспроизводить. Ну, я, наверное, горжусь в первую очередь тем, что у нас в компании есть среда, которая сама себя поддерживает и развивает. То есть людям не нужно объяснять, что мы здесь делаем. Мы собрались для того, чтобы делать хороший продукт, возможности максимально просто и экономически выгодно. Тут нету возможности для тех, кто не хочет их искать. Ну, то есть, кто хочет прийти и сказать: я классный, дайте мне возможность, и я все сделаю. Тут не ждут классных, тут ждут тех, кто будет хорошо работать и с завтрашнего дня чему-то будет погружаться, учиться новому.